Каратистка Кристина Найденова еще прошлой осенью выполнила норматив мастера спорта на чемпионате России. Мировые соревнования в Суздале стали для нее новым вызовом, но и с ним спортсменка справилась. Она стала второй в кумите абсолютной весовой категории и выиграла золото в соревнованиях женщин до 70 килограммов. Интересно, что в день финала у Кристины был день рождения. Ей исполнилось 19 лет. В общем, я нервничала, но на финале я... Честно, я даже уже после финала я не помню, что было. Как у меня просто руки все сами автоматически делали, руки, ноги. У меня был такой шок, я даже не понимала, как реагировать. Я даже не поняла сначала, что я выиграла. Это было незабываемые такие эмоции. Соперничать приходилось с представителями Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и Республики Беларусь. Благодаря победе на чемпионате мира Кристина Найденова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Алтайские каратисты в итоге завоевали 12 наград. 5 золотых медалей, 6 серебряных и 1 бронзовую. Некоторые из них достались дорогой ценой. Результат очень получился неплохим. Единственное, есть сожаление, что пару спортсменов у нас вернулись с травмами, но залечим, вылечим, будем дальше работать. Но основной результат – это Найденова Кристина, первое место на чемпионате, Забродина Кристина на первенстве мира тоже первое место. Поэтому результатами, конечно, довольны. Крупный международный турнир в сложных обстановках таких прошел, но провели. И мы рады, что поучаствовали, рады, что выиграли. Как говорится, личный пример заразителен. Директор спортшколы «Рубин» Александр Ельников тоже участвовал в соревнованиях. В ветеранском турнире он занял 3-е место. Его оппонентами стали спортсмены старше 35 лет. Признается, борьба за попадание в тройку была серьезной. 2019 год был чемпионат мира, я там был победителем своей категории. Здесь немножечко травмы спортивные мне не позволили в полной мере открыться, скажем так. Но проиграл, да. Не чемпион, бронза, но тем не менее, категории там немножечко слили. Категория была 35+. То есть мне через месяц 50 будет лет. Вот, поэтому было немножечко тяжеловато. Все достижения алтайских спортсменов вошли в копилку национальной сборной. В общекомандном зачете Россия заняла первое место. На второй ступени оказались белорусы, а замкнули тройку призеров представители Таджикистана. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости.